Запомни, Козлодоев, смысл жизни в том, чтобы уметь правильно над ней посмеяться. Вот что называется зуб за зуб. Мой сын поставил своей классной руководительнице Марье Ивановне 2 за все ее фотографии в одноклассниках. Наш телефон у Києві 253-2532. Алло. Алло, Ирина. Да. Добрый день. Это вас беспокоит Геннадий Захаревич. Я тут случайно с Дэвидом Рубином познакомился в самолете. Вы сейчас в Лондоне находитесь, да? Я в Лондоне, да. О, мне он вас посоветовал как человечка, который знает в этом Лондоне все нычки, входы, выходы на нужных людей. Так что вы мне можете подсобить, да, за долю, так сказать, немалую. Так, а как вам помочь? Вы могли бы выступить в качестве моего агента по подбору недвижимости? Процент от сделки, я думаю, вас устроит. Хорошо. Хочу по-тихому. Знаете, больше, вам больше подойдет, наверное, даже не я, а мой супруг. Вот. Я хочу по-тихому перевести свои российские, так сказать, и украинские активы на Запад. Для начала хотел бы прикупить домишко в хорошем райончике Лондона. Планирую бросить кости где-нибудь в Вест-Энде. Да, это ж вроде бы элитный район. Да, конечно. Вот. И вся элита же должна жить в элитном районе. Вы со мной согласны, правильно? Конечно. Место вроде там не кипишное, безо всяких там фраеров на катушках. Я уже прикупил англо-русский словарь прикупил, да? Начал учить англо-русский язык. Пластинку купил «Do you speak English?». Хочу на паспортном контроле в этом Хитроу блеснуть знаниями. Скажу им «London is the capital of a very, very great Britain». Правильно, да? Правильно. Я же в некотором роде тоже англичанин, потому что у меня кликуха Робин Гуд. Знаете почему, нет? Конечно. Я беру в богатых банках кредиты, оформляю их на бедных бомжей. Я же за бандитизм, но с человеческим лицом. Всегда ухожу тоже по-английски на Бентли. Короче, я хочу, чтобы все было в домишке у меня феншуиста. Главное, чтобы у меня было лучше, чем у соседей. Понятно. Я себе халабудку забацал прямо на лазурном бережочке, одну направо за углом возле старика Хилтона. Ну вот пока никак в Лондон попасть не могу. То карта мелкая, то глобус быстро крутится. Вы меня понимаете, да? Мне вот посоветовали ваши коллеги особнячок, по соседству с которым живет Пол Маккартни. Ну я вот прикинул, нафига мне Пол, если можно найти целого Маккартни. Как вы считаете? Ну, это для моих каприз за ваши деньги, как говорится. Буду вам благодарен за помощь, как говорят англичане, merci beaucoup. Ирочка, главное, мы тебя благодарим за участие в предстоящем свадебном торжестве. В эфире самого веселого радио напоминает о приглашении. Хорошо, спасибо. Просьба не опаздывать, держи улыбочку шире. До встречи. Хорошо. Пока, счастливенько. Как известно, смех продлевает жизнь. Ну так что, друзья, продлевать будете? Если да, заказывайте веселые розыгрыши по телефону в Киеве 253-253-2. Алло, слушаем вас.